Господи, змея. Снимаю видео, покажу применение холодной сварки. Вот так, ребята, наносится холодная сварка на трещины бампера. Холодная сварка универсальная. Сначала мы, видите, здесь наскобы почепляли, цепили. А с той стороны букситкой хочем залить. Да, и вот так. Неплохой такой ремонт в домашних условиях, как видите. И потом сейчас наждачкой. Сейчас остывание пишет здесь 1 час примерно. Ну а полное не знаю, там полное, по-моему, отдельное. После утвердевания через 1 час можно обрабатывать, сверлить, нарезать резьбу, красить. То есть уже через 1 час можно сверлить, что-нибудь делать дальше. Наждачкой туди пройду, шлифануть при желании можно аккуратнее взять, например, шпателем. Итак. Шпателем, что значит пида, не знаю, не пробовал. А наждачка как бере хорошо? Наждачкой, да? Ну, мелкой. Угу. То, наверное, нужно еще, да? Вам. Да, надо, только треба руки было смочить, я не смочил. Вот покажу вам изнутри, как выглядит это. Получается, с этой стороны тоже, вот здесь вам плохо видно, трещина, бампер разломался, и так болтался. Мы с этой стороны взяли вот, сейчас покажу, вот, так, вот такую деталь строительную. Угол здесь завернули и вот так вложились сюда и вот и прикрутили на саморезы. Так что саморезы срезали, да? Да, получается, с этой стороны саморезы срезали. Как раз, наверное, этот тюбик и пойдет, может, еще и мало будет, да? Ну хотя бы вот это самое главное там, да? Тестируется. Что лишнее? Уберу наждачку. Так, сейчас я включу вспышку и покажу вам с той стороны, как выглядит, что мы сделали. Так, вот, я думаю, вам видно. С этой стороны мы вот взяли вот такую. Я же говорю, вот эту строительную деталь, пешки или как они называются, и вот сюда прикрутили оттуда саморезами, и здесь по 2 самореза, здесь и здесь. И потом взяли болгарочку, их здесь срезали, и вот здесь замазали. Да, я думаю, нормально походит. Вот такой способ. И еще вот здесь внизу, получается, тоже была такая проблема. Вот удара зимой, или может собаку сбили, не знаю. Вот здесь я уже сделал 4 отверстия, и вот эту пешку вот здесь, вот под отверстие подходит. Видите, с той стороны вот так ложим, и получается... Тоже на саморезы, они здесь выйдут, и мы их обрежем, тоже замажем. Вот такой ремонт в домашних условиях Fiat Scudo 98 года выпуска, 1.9, простой дизель. Что получилось, вот здесь все теперь прочно, здесь ничего не выпирает,
Ну что? Еще? О. Вот так работаем холодной сваркой. Ручки смачивать. Ой. Да, нам нужно. Да, мочить руки нужно. Иначе будет сильно. Потом наждачечкой затру. Да.